проходя мимо, можно подумать, что данное скопление предметов – это свалка, которую организовали в неположенном месте. Но на самом деле ситуация обстоит несколько иначе. В летнее время там происходит, вот клумбы разбивает женщина, то есть она там цветочки сажает, в принципе, красиво, по-моему. Единственное, там вот пакеты бы хотелось, конечно, убрать, ну а в целом она хорошо все делает. Здесь очень даже красиво бывает летом, но вот это, и этого мусора за цветами бывает не видно, а вот когда цветы уже свой срок отслужили, вот этот вот... получился мусор. Ну, я не знаю, кто его собирает. Ну, вообще-то, если это кому-то нужно, наверное, надо класть туда, где есть место специально для этого. Это как будто бы самодеятельность, понимаешь? Вот какая-то женщина огородила какой-то, поставила там какие-то типа игрушек там 5-10. Но это как будто как частное лицо захватывает вот эту площадь. Лето, весной красиво здесь очень. Несмотря на то, что летом данный уголок цветет и пахнет, зимой эта картина выглядит совсем не симпатично. Но ясно одно – все эти вещи надо хранить где-то, только не на улице. Дежурные по городу – Александр Шишов, Владимир Бижонов, Видное ТВ.